Да.
исполняли музыка, полиция. Нас исполняет суд, как по нотам, записанным в нестойких страниц. Каким-то все напутавшим. Счет идет, что раньше не считалось.
подслушанный правдивым автором в бане номер 69 города Ленинграда, когда туда по случаю выходного стекались люди с различных направлений. Так, где тут у нас это начало? Папа! А когда я вырасту, у меня тоже будет такой большой животик, вот какой-то у дяденьки. Смотри, быстро раздевайся. Почему ты сел? Этот дядя грязный руками в детстве ел. Если ты не будешь руки мыть перед едой, у тебя животик в точности такой. Так, передайте быстренько ваши. Пап, подожди. А вот у этого дяденьки что тут такое написано на груди? Славик, этот дядя в детстве. Славик непослушно был. Папу он совсем не слушал. Маме он грубил. И в милиции мальчишке дядя написал: не забуду мать родную. А что, ты не забывал? Но не забывал. Мама пела ее на улице.
надежды веры, без сожаления открываю двери. Thank you.